Помидорчики у меня поливаются снизу в поддон. Сейчас я вам это продемонстрирую. Включаем. Вот у нас пошла водичка. Пошла водичка, она сейчас здесь наполнится. И чтобы она не перелилась, есть вот такая труба, по которой излишки воды возвращаются обратно в ведро. То есть получается такой замкнутый цикл. Только помидоры здесь выращиваете, что-то другое, да. Еще? Есть еще огурцы, клубника. Где-то у нас тут были перцы, уже два перца. И даже арбуз. Но это пока экспериментально, потому что я все-таки живу на 9 этаже. Ветры бывают, арбуз может оторваться кому-то на голову. Очень опасное производство. И манго вы еще выращиваете, да? Манго, да, там сейчас оно еще не взошло. Еще не взошло, понятно.